Как известно, у сепаратистов есть ужасающее хобби. Они любят обстреливать свои собственные территории. Территории, которые контролируются, собственно, сепаратистами. Вот сегодня канал 1 плюс 1 и наша любимая программа ТСН сообщила о том, что сепаратисты в очередной раз ездили и обстреливали, хаотично обстреливали мирные жилища, жилища мирных граждан. Не припиняють вогневих атак на будинки мирних жителів. Мобільні групи з важкої зброї роз'їжджають містами і відкривають хаотичний вогонь. Камала дитина, оставь патрони на ту сточ. Как видите, они не просто сообщили об этом, но и проиллюстрировали. И действительно, на видео мы видим какого-то мужика, который ездит на какой-то непонятной машинке и строчит из пулемета. На самом деле, это видео ТСН в своих лучших традициях украло. А украло с канала Зе Медведева. И вот настоящее видео. Сука, молодец, ты, оставь патроны на ту точку, блядь! Заднюю сразу включи! Пацану! Как говорится, найдите три отличия, или хотя бы два. Это то же самое видео, но вот же странность. Видео на канале, откуда ТСН его украли, имеет описание. И там написано, что стрельба ведется в Донецкий аэропорт. Но мы же видим кладбище и сосны. Да все правильно, потому что кладбище практически примыкает к Донецкому аэропорту. ТСН, тебя снова накололи. Ну и чтобы два раза не вставать, расскажу об очередном российском солдате. Российский блогер разоблачил очередного российского военного с типично российской фамилией Мусалаев. Как он его разоблачил? Понятно, что ВКонтакте. А вообще российские военные, у них хобби свое. У сепаратистов обстреливать свои дома, а у российских военных хобби ВКонтакте сообщать о том, что они едут на Украину. А я уже в свое время делал сюжет о универсальном солдате из российской армии, который был то моряком, то артиллеристом, то танкистом. Иногда он служил моряком. А иногда служил десантником, ну, подслуживал. Так вот это такой же парень. Потому что иногда он бывает морским пехотинцем, иногда артиллеристом, а иногда просто хорошим парнем. Если ты до сих пор не веришь в то, что на Украине воюет российская армия, ты сепаратист. Вата и козел.